Смотрите об этом в нашем следующем сюжете. Школа словно маленькая модель государства, где существуют свои правила и взаимоотношения. Именно с детских лет в человеке закладывается основа поведения во взрослой жизни. В школьные годы начинает проявляться характер и формируется личность. Кто-то изначально имеет качество лидера, а кто-то становится ведомым. Современным школьникам повезло, ведь если раньше нам пытались доказать, что все равны и все мы одинаковы, то сейчас детям внушают то, что каждый из них талантлив по-своему. Есть еще одно сравнение в пользу сегодняшнего подхода к образованию. Помимо базовых знаний, во многих казахстанских школах придают большое значение всестороннему развитию школьников. Музыка, изобразительное искусство, пение, спорт, танцы – все то, что поможет современному человеку быть гармоничной личностью. Конечно, большинство из ребят не станут великими певцами, танцорами или спортсменами, но полученные навыки им пригодятся в общении с другими людьми. 16 мая в зале казах-концерта состоялся концерт. Детство – это смех и радость. Свои умения на равных показывали как первоклашки, так и ученики выпускного класса. Учащиеся школы-лицея «Достар» доказали, что все дети без исключения талантливы. Ребята со всей своей детской непосредственностью исполняли зажигательные танцы, пели и читали стихотворения на нескольких языках – казахском, русском, английском и корейском. Именно эти дети должны преодолеть языковой барьер и стать разносторонне развитыми личностями, освободившись от